Всем привет! Пятница, выходной. Решили приготовить с Анютой. Нашпиговал я, короче. Ну, нарезал, нашпиговал. У нас были ребра длинные, из которых мы еще сало хотим сделать. Нашпиговали чем? Соевым соусом, короче. Потом смесь перцев. Вот, смесь перцев, такой букет перцев и чеснок там внутри. Все, и сейчас это закрывают фольгой. Фольгой можно закрывать. Я натер тем временем чеснок. Хотим сделать от этих ребер вот такое мясо-сало осталось. Куски. Сейчас будем делать сало на пробу. Вот эти 4 кусочки за, ну, сделаем. Там будет всего лишь паприка, соль и вот эта смесь перцев, скорее всего, и все. Ну и чеснок. И все это, говорит, она в пергамент надо. Вот так вот. Так что все. Сейчас закрывает наше божество вот это, потому что нам поесть надо. Девчонок отправили к бабушке специально, чтобы мясо без них поесть. Да шучу я. Короче, все, накрывают и ставим в духовку. Духовка прогревается. Интересно, что с салом получится. 5 дней надо будет ждать. Я думаю, ништяк получится, сальца. Вкусная будет. Побольше паприки, самое главное. Анюта говорит, фольги мало, но у нас в натуре мало фольги. Вот такое божество получилось. Все, отправляем это куда? Правильно. Все, солю сало. Короче, на такие 4 куска я ложу, кладу ложку вот такую соли, еще чуть-чуть, вот так вот, побольше. Потом перцы. Перчик вкусненький. Так вот. И паприки. Чем я тут буду обтирать, она говорит, я не знаю. Так вот. Все. Получается у нас вот что. И сюда же я положу наш чеснок. Вот так вот. Это Анюта по чьему-то рецепту делает. Я не знаю, по чьему она делает рецепт. И все это перемешиваю вот так вот. Просто беру и перемешиваю. Только чеснок сюда не надо было ложить. Да, ну и Анюта наговорит, ну, как дела. Ничего, я вот этим размешаю. Столько сала, столько этого всего. Все. Теперь давайте вот так. Берем наш кусочек. И натираем его вот так вот. Втираем прямо, чтобы он был красивый и вкусный со всех сторон. Смотрите, какой уже цвет становится. Мы не будем делать сильно соленое, а так сделаем шкурку тоже. Шкурку бессмысленно. Вот эти самые главные. Thank you.
Это проба у нас, проба. Все. Вот такой кусочек получается. Натертый. Вкусненький со всех сторон. И следующий также. Все засолил. Я думаю, что сольки маловато. Но мы вот так вот оставим. Вместе у нас мало пергамента, короче. Мы об этом не подумали. Так что все вот так вот запаковываем. И на 5 дней куда? В холодильник, Анюта говорит. Все запаковывай. Те. Я вам доверяю. Берет. Берет и запаковывает. И все. Будет ништяк. И на 5 дней в холодильник. Это получается суббота, воскресенье, понедельник, вторник, среда. Среда. Но я думаю, что в понедельник вечером или во вторник мы уже один кусочек попробуем. Вот. Все. Вот так запаковала. Я думаю, это... Ты не лезь в кадр. Потом скажешь, вырезай меня быстрее. Вот так берем тарелочку. На тарелочку ложим. Кладем. И в холодильник все. Все равно промокнет. Что, пергамент не промокнет? Ну, такой будет. Сами тут. Все. И наше сало готово. Огонь. Ну, можно больше соли. Хочешь, разверну по соли? Мы ничего не будем. Мы сделаем. Мы и так без соли это сидим. По какому? Ну, по... Сделаем? Зачем? Не будем солить. Вот так попробуем. Первый раз. Если соли нам не хватит, то мы это... Ну, уже будем знать. Мы, короче, через 3 дня один кусок достанем. 3 мало, Ром, 5 дней должно быть. Ладно, через 5. Потом, если что, много соли положим. Так что все. Все, убираем в холодильник, и мы сидим дальше, ждем наши 5 мяса. Вкуснятина, ребрышки. Ребрышки. Мы, короче, это... Любимая песня. Сидим на стриме. Мясо готово, вот. Один кусок уже отдали ребятам, а один себе. Я не знаю, как его порезать мне. Оле привет, Диме привет. И Ветке привет. Всем вам привет. Олеге привет. Не знаю, как вот здесь разрезать. Здесь же кость, чтобы это было как. Сейчас разрублю его, наверное, да и все. В принципе, вот так. Вроде откусал его. И вот. Сейчас нарезаю. Скажу. Кусочками. Анютка. Анютка хочет. Да. Донатик пришел. Димас, спасибо большое. Нарезал. Губастая. Кто там? Мне? Да. Ой, Оленька, спасибо большое. Ты на юбку отправила. Это не юбку, обязательно не куплю ее. Все. Спасибо большое. Все, вот. Наш ужин. Обойдем. Его маленько отправляют, вот, если видишь, да? Что-то там. Столбочек. Ну, спасибо большое от души. Димас, держись там. Короче, поехали. В клуб. Ребят. Отдыхать. Сейчас буду вам. Там что-нибудь снимать. Ну, если мне дадут. Хотя кто мне не даст. Сам себе указ. Сам все поснимаю. Что-нибудь сигаретку подкурю. Такси вызвал. Все нормально. Сейчас полетим. Здесь у нас еще полная луна, вот как видите.
Не полная, но почти до полной. Так что летим, соколики. Мир спит. И мы спим. Всем хорошо. И нам хорошо. Свист идет.